Всем привет! Всем привет! Я гуляю сегодня на западной стороне долины. Здесь такая красотища, видно горы. Вот это у нас восточные горы. Такой небольшой райончик. Там дальше видно западные горы, очень красиво. Погода сегодня обалденная. Какое-то дерево с ягодами. Вот, я иду гулять. Красивые домики здесь. Это район тоже, как Тейлор свел, Мюррей. Церковь мормонская. Сегодня у нас плюс 18 тепла на улице, так хорошо, комфортно. Птички поют, надеюсь, слышно, как они поют хорошо, дружно. Вот здесь такая горка, хорошо видно долину, западную часть долины, классно. Я ни разу здесь не гуляла, на самом деле, первый раз в этом районе. Здорово так. Классно как. Там у нас дальше идет речка. Наша местная. И местный Иордан. И на самом деле называют речка Джордан. То есть Иордан. Река. Ой, классно как. Красиво. Цветет. И тут вдоль реки можно покататься на велосипедах. Классно. Ой, какой вид хороший отсюда. Здорово. Что у нас тут? Тут у нас вот растут всякие классные цветочки. Ой, там букашка бежит. Солдатик. Вон их сколько синеньких цветов. Синеньких колокольчиков красивых много. Тут у них сейчас цветет опять это цветущее дерево. Надо узнать, как оно называется. Здорово. Тут высоковольтные провода трещат. Пройду подальше от них. Как отсюда классно видно все. Я даже не ожидала, что здесь такой классный есть вид. Там дальше парк. Ну, вот эта вот вся считай, тропа идет вдоль реки, вдоль речушки. Тропка. По ней летом. Вообще в любое время года люди, ну, наверное, больше в теплое, конечно, время года катаются на велосипедах, гуляют пешком. Классно так.
для меня такое, так сказать, открытие небольшое. Я не думала, что здесь есть такое близко. Вон отсюда видно опять горы. Классно. Ну, здесь шумно, конечно, столько машин. Ага, вон там парковка даже есть, можно припарковаться, по идее, при желании. Так, что у нас тут? Тут у нас дорога шумная. Я вот думаю, сейчас подожду, там пара пройдет с коляской. Я перейду дорогу тоже. Но отсюда горы как хорошо видно, такие красивые. Там вот тоже, видимо, какая-то небольшая площадка, где можно с детьми поиграть. Как здорово здесь, хорошо, прям так. Классно. Какие здесь классные виды открываются. Тут вот подальше, вот в ту сторону подальше, должен начаться большой парк, который простирается прям, ну, на несколько миль, наверное. Ну, хотя бы на пару миль. Вот, какой классный. Я просто не думала, что он, оказывается, в общем-то, растягивается еще дальше. Где-то тропа вдоль реки Джордан получается. Тут у нас дома побогаче такие, большие домики. Но тут вдоль этой реки тоже считаются как бы такие места дорогие. Вон там целые коттеджи выстроены. Вот здесь на велосипедах кататься одно удовольствие, на велике. У меня велосипед только горный есть. Велосипед, ну как горный, он дешевый, собственно говоря, велосипед из Walmart, но как бы типа предназначен для такой вот, не для просто прогулочной езды, а именно вот по тропам, по лесным. То есть он не очень быстрый, этот велосипед. Тем не менее, все равно на нем кататься можно. Но он у меня сломан. В общем, его надо ремонтировать. Ой, горы какие красивые отсюда видно. Вон они какие массивные, величественные. Издалека их хорошо видно. Еще одна тропа там, на велосипедах катается. Хорошо, никого нет. Сейчас, по крайней мере, во-первых, обед. Толком нет никого, поэтому гуляем спокойно. Ветерок такой, домик классный, красивый такой. Рассмотрим, как говорится, поближе. Классный, с таким... Это porch называется, то есть по-английски porch. Такая терраса спереди, красивая. Вот. Классненький такой. Дом срубовый такой интересный. Здесь, конечно, все так заросло бурьяном. Но здесь вот подстригают немножко, как бы убирают такой на ходу бурьяна. Вот дальше там вокруг речки все, конечно, это в кустах. По идее, ее бы облагородить, расчистить было бы здорово. Ну, хотя бы так, все равно. Тропинка есть, и то хорошо. Байкер летит, тарахтит. Какой дом классный, красивый. Классно, здорово. Здесь для прогулок прям самое то, как говорится.
Jordan River Trail. Это как тропинка вдоль реки Джордан. Вот там карта. Где мы находимся? Мы где-то... Вот мы здесь находимся. Да, вот здесь вот парк начинается большой. Я по нему гуляла неоднократно. Длинный. Ну, вообще эта тропа держит... Вообще она через всю долину проходит до самого острова Юты. Ой, до озера Юты. То есть на ней можно пройти по этой тропе на велосипеде. Проехаться вообще вдоль всей долины можно. Ну, вот здесь вот парк. Здесь, я гляжу, можно даже рыбачить. А мы находимся вот здесь, в этой части. Интересно. Это гольф-курс. Курс. Гольфийское поле. Ну ладно, мы пошли, короче. Как здорово, там красиво так. Там частная территория, туда нельзя заходить. Это как классный, классный парк. Прям. Я не ожидала увидеть здесь его такой. Такие домики клевые. Здесь трассу слышно, так птички поют хорошо. Главное теперь не заблудиться. А, вон там, переход на другую сторону. Туда дальше не пойду, пойдем обратно. Пойдем обратно. Смотреть на красивый город дальше. Ну, вид, конечно, обалденный, крыши и горы, укрытые снегом. Конечно, замечательно. Просто. Там гуси прям кричат так громко. Гогочат. Вот это домина. Огромный дом. Одноэтажный, но огромный. Горы, горы, горы. Вот отсюда видно нашу речку, в которой плавает не только рыба и птица, но и всякая дрянь. Она не очень чистая, эта речка, к сожалению. Загаженная такая, но все равно хорошо, что она есть. Горы. Обалденные, конечно. Гуляем дальше. Тут у нас что? Дальше. Конечно, эти деревья обалденные просто.
белоснежные стоят, огромные такие, классные. Такая интересная вишня плакучая, розовенькая, классная. Красиво! Тихо, хорошо. Там у нас тупик. Так интересно, здесь улицы сделаны, нет проходных улиц, они все тупиковые. Как бы идет одна основная, и от нее такие вот ответвления, но они все тупиковые. В том числе даже основная улица, она тоже заканчивается, она никуда ни во что не переходит. Это интересно, как-то сделан такой район по-другому, чем обычно. Ой, там целая роща из этих деревьев обалденных. Как красиво! Ой. Так. Обалдеть просто! Вот это красота! Супер просто! Обалденная красота просто. Вот эта улочка просто красавица. Эти, конечно, деревья белые, они потрясающие. По-другому не скажешь. Обалденные. Голова закружится. Такой красоты. Обалдеть, конечно. Там дальше вон горы видно. Вот красота-то, красота. Как я люблю весну. Вот просто. Собаки. Самое мое любимое время года, потому что еще не так жарко. И самое главное, вот эта красота, это, конечно, просто несравнимо. Я не столько вот осень, лето, сколько именно вот эту пору всего, расцветания всего. Я просто вообще тащусь, что называется. Кто-то что-то ремонтирует там дальше. Гремит, шумит. Ой, тоже как здорово. Это он воздухом раздувает мусор.
Мне уже надо закругляться, идти нужно, пора обратно. Я в перерыв гуляю в рабочий, поэтому очень далеко не могу уходить. Ну. Ой. У нас белая улица, а тут вот они насажали розовых вишен. Так здорово. Все розовое, а там у нас все беленькое. Ну все, идем обратно. Пора возвращаться домой. Ой, классно так. Прям замечательно. Вот так вот. Весна продолжается. Я постараюсь, конечно, гулять почаще. Прогуливаться. Показывать вам эту красоту. Ну и все, мы возвращаемся домой. Мне пора идти. А домой я гуляю в перерыв свой, так что все можно. Все, я возвращаюсь домой. Всем хорошего настроения, счастливо и пока-пока.